сразу о главном – не выживание, а развитие. Бюджет 2012 года в первом чтении приняли депутаты Курской областной думы. Пока только по доходным статьям, как проходило обсуждение главного финансового документа жизни региона «За и против». Смотрите в сюжете. Работа над бюджетом проведена колоссальная. Добро дала курская общественность. На публичных слушаниях куряне высказали свои предложения. Парламентарии постарались учесть каждое. В этот раз бюджет приняли на предстоящие 3 года. Учтены все пожелания и фракций, и депутатских наших комитетов, но и структурных подразделений администрации. Сделан подробнейший анализ. Прогноз, вернее, социально-экономического развития Курской области на следующий год. То есть бюджет формируется не на голом месте, а на совершенно реальных вещах. Нужды курян в центре бюджетной математики. Больше половины расходов пойдет на социальные статьи. 31% свыше 8 миллиардов рублей уйдет на образование, 17% на социальную политику, 17% на здравоохранение, всего 68% на социально-культурную сферу бюджет потратит. Но вместе с тем это уже бюджет не выживания, это бюджет развития. 12% с бюджета заложено на развитие и стимулирование экономики. В 2012 году доходная часть составит 29 миллиардов, расходы – 32,5 миллиарда. Транш в 8 миллиардов рублей перечислит федеральная казна в течение года. Голосование в первом чтении прошло спокойно. Против не был никто, хотя фракция коммунистов от голосования отказалась. Мы сегодня не поддержали этот бюджет, мы не голосовали за него. И мы сказали, пока наши предложения не будут учтены, за бюджет голосовать мы не будем. Предложение заложить деньги на увеличение заработной платы работникам образования, а этих средств в бюджет не заложено. Я полагаю, что это популизм. Будучи представителем, так скажем, комитета по образованию и науке, это прежде всего моя боль, да, я хочу сказать, что по учителям, да, тема касаемо повышения зарплат и доведения ее до средней по промышленности, она будет решена. И на самом деле эти деньги заложены. Мы сегодня слышали позицию губернатора, который четко совершенно сказал. А его мы знаем как человек, который никогда не страдал популизмом. Во втором чтении казну региона примут в начале декабря. Тарас Степаненко, Валерия Галкина, Геннадий Воробьев, телеканал «Сейм».